Значит, согласно существующих правил эксплуатации пляжей, которые были утверждены еще в 2008 году, следующая пропорция. 30% это свободных надания платных услуг, территории арендованных пляжей, 70% это платные услуги. В 30% после совещания, которое мы провели со всеми арендаторами пляжа, есть договоренность, что льготная категория населения, такие как пенсионеры, малоимущие и так далее, группы людей, смогут безоплатно пользоваться всеми услугами платного пляжа, а именно это раздевалки, это туалеты, это душевые. Мало того, на территории 30% свободных от платных услуг будут размещены каким-то образом топчаны, которые смогут, и зонтики, которые смогут бесплатно пользоваться вышеуказанное население. В этом году перед входом в каждый пляж будет установлена согласованная с Департаментом коммунальной собственности схема, где будет четко указаны границы свободные от платных услуг и границы территории, где надаются платные услуги. Внизу будут телефоны, как департамента коммунальной собственности, КП «Побережье», нашего департамента безопасности, горячие линии, где постоянно будут находиться люди, будут сообщения. После звонка еще в апреле месяце в департаменте создана мобильная группа, которая будет выезжать из сотрудников департамента совместно с департаментом безопасности. Со многими пляжами, это опять же на информационном стенде будет указано, для вышеуказанной группы населения с 8 до 11 будут предоставляться платные услуги безоплатно, извините за тавтологию, на всей территории арендованного пляжа. Мы стараемся, чтобы данное количество было максимальным. На данном стенде информационных посетитель, отдыхающий, сможет посмотреть возможности как бы того или иного арендованного пляжа.